Здравствуйте, я Михаил Мартынов. Всю свою жизнь занимался борьбой с самбо. Хочу поделиться своей личной техникой. Не претендую на последнюю инстанцию. Надеюсь, что кому-нибудь это понадобится. Борьба прежде всего начинается с захвата. Но поскольку борьба за захват происходит в стойке, поэтому мы начнем со стойки, поскольку это вещи очень сильно связаны, захват и стойка. Итак, мы с партнером. Еще раз, не наклоняемся вперед, да, чтобы мы могли его видеть. Сохраняем свое равновесие, проверили себя приседанием. Вот мы стоим, да, если мы вот так, мы упадем. Провели все равновесие. Руки впереди обязательно, потому что мы боремся за захват, соперника тоже. То есть мы не даем, всегда встречаем его руки, не даем взяться, да, и, соответственно, берем захват сами. После того, как мы взяли захват, надо понять, что вот эта система, два соперника, да, система, мы через захват друг с другом связаны. Взяв захват, вы должны ощутить своего соперника давлением его вниз немножечко. Какой бы вы захват ни взяли, вы должны его чуть-чуть придавить, таким образом вы имеете возможность его и ощущать, руководить им, и не выходить из своего равновесия. Да? Опять сели, то есть загрузили наши полусогнутые ноги. Вот. Здесь начинается перемещение подножка под эту ногу, да, поэтому не надо делать таких подарков. Принципы простые. Свое равновесие, ноги высоко не поднимаем, не крестим. И передвигаемся захватом, контролируя его, все его технические действия. Вы с помощью захвата можете всегда его контролировать. Теперь остановимся на том, как мы можем взять захват. Туда к себе вниз. Открывается спина, вы перехватываете, и нужно вам захват уже от рукави. Еще раз, да? Я свое равновесие не теряю. То же самое могу сделать через руку. И то же самое через другую. Этим захватом его опять к себе. Обращаю внимание на формулировку к себе, она здесь ключевая. Если вы будете опять прыгать на него, бросаться, это бросок и через грудь, и вперед, и все, что угодно. Когда вы, работая первым номером, забираете первый захват. Можно работать вторым номером, при условии, что ваш соперник желает активно бороться. К примеру, вы ведете незначительное преимущество какое-нибудь, и он в любом случае вынужден только атаковать. В этом случае вы можете не первым брать захват и давить его, да, а использовать его, опять же, да, его силу, его энергию, когда он вынужден атаковать. Идет на вас, вы просто в этот момент перехватываете его захват. Как только его руки тянутся к вам, вы берете наиболее вам удобный. Здесь какой плюс? То, что соперник уже идет на вас, он вынужден отыгрываться, он идет. Вы его просто встречаете и продолжаете выполнять свои технические действия. Да? И вы можете его бросить как назад, изнутри высечь, да? К примеру, или опять же вперед.
переходим к следующей теме – освобождение от захвата. Если нам чего-то не нравится, нам надо, конечно, выходить из этой ситуации. Просто срывайте захват. Отсюда вы можете сделать это двумя руками и перейти еще. Продавить ему руку и вырвать свой отворот. Вот это захват с двумя рукавами. То я мог взять рукав и один резкий момент. Это можно сделать просто хлопком. И данные технические действия вы можете использовать как атаку и сами не попадайте на эти же стоять на своих ногах и выигрывать захват, самое время поговорить непосредственно о технических действиях образка. Свою личную технику я разделил грубо на два больших блока. Это борьба с одностоечником и борьба с разностоечником. И уже технические действия подхвата. И с ним он удар. Перейдем к следующему техническому действию, называется бычок или подножка на пятку. Захват — другой вариант бычка, без обманок. Например, соперник встал в низкую стойку и на вас немножечко напирает. То ли он вас хочет теснить к задней красной зоне, то ли вы его тесните, он сопротивляется. Да? То есть вы друг на друга оказываете давление.
Вот как только вы давление почувствовали, а захват у вас уже есть на лопатке, о котором мы с вами говорили, да? Вы имеете возможность под него подскочить. Немножечко уйти с линии его атаки, что называется. Следующий прием мельница, он в принципе такой же направленности. Опять же, ваш отворот, не отворот, ваш захват на лопатке, да, и ваша угроза, вы всегда угрожаете подхватом. Вы имеете возможность сделать как бычок, так и мельницу. К примеру, разорвав захват, тут же выполнить мельницу с коленом. Небольшой ударчик и вход. Следующему техническому действию. И с этого же захвата мы опять выиграем свой захват на лопатке, и соперник ждет подхвата и не хочет падать назад, вперед. Поворотом плеч имитируйте подхват и имейте возможность высечь его, да? Конечно же, это происходит движение. Действие должно сопровождаться вот такой подготовкой, рывком друг в противоположную сторону. Боковой переворот. Как мы можем, опять же, воспользоваться соперником своим, его реакцией? Немножечко сюда скручиваю корпус, а он упирается прямо рукой, плечом. У него, посмотрите, руки скрещены. Он, можно сказать, восьмерительная рубашка, в которую мы его постараемся еще глубже запихнуть. Каким образом? Делаю шаг на него, убиваю бедро, я убиваю локоть. Только не так, чтобы сделать травму, сустав, да? А вот сюда вот вверх немножечко. Вот. Травма здесь не опасна. Я не против сустава, да, делаю, а немножечко вбок. Таким образом у него срывается захват. Я подхожу к нему очень и очень близко. И опять же отмечаю, что это боковой переворот, что спина должна быть очень прямая и жесткая. И отсюда вы уже его можете. Возникает следующая ситуация при боковом перевороте. Вы сделали все правильно, но не очень хорошо скрутили его руку, не вывели из равновесия. Он устоял. Здесь он имеет возможность бросить, например, вас через голову сюда с пацаном, да, или как у кавказцев, гадалом. Что вы в этом случае можете предпринять? Бросьте его в этом же направлении. Вот вы начинаете работать и вытаскиваете, он сопротивляется, выпрямляет спину и тащит вас сюда. Здесь вам не нужно делать никаких, применять больших физических затрат, а вы просто меняете свое направление движения в противоположную сторону. Вводя в приемы, проиграв ногу,
Опять же, вам обязательно нужно выкрутить это плечо. Затем вы отшагиваете свободной ногой чуть-чуть назад и увлекаете туловищем, скручиваете его в этом направлении. Вот так, раз. Поэтому в момент входа в прием подсада, да, вам надо, нужно понять в тот момент, где наконец он упадет. Такой момент опрокидывания. И только после этого вы можете вместе с ним упасть. Поэтому без него вы никуда не падаете. И в момент входа в прием вы не на него идете, да, отдавая ему равновесие, а увлекаете его к себе, сажаете его на стул, вот сюда вот. То есть вот он сейчас вот не стоит уже на ногах, да? И мы переходим к другому сопернику, который борется уже с вами в одну стойку, да? То есть мы с вами боролись в разных стойках, теперь в одну стойку. В данном случае я и Александр левостоечники. Отсюда мы можем выполнять тоже разнообразное количество технических действий с одного же захвата. Возвращаясь к борьбе на захватах, мы можем воспользоваться тем, что соперник срывает всегда вашу рабочую руку, не хочет, чтобы вы забирали плечо или отворот с левой стороны, в данном случае нашим. Я могу этим воспользоваться, сделав ему обратную спину. Вот таким вот образом. Логическая подготовка к приему тоже. И тот момент, когда вы чувствуете, что он уже окончательно забывается и достаточно открыто на вас пошел, в этот момент и происходит вход в прием. Отметил бы также еще такой фактор.
партера, точнее его одно техническое действие, рычаг колена со стойки. Благоприятный захват считается или за пояс, или отворот, только не классическим хватом, а обратным хватом. Вот сюда вхожу, здесь две ноги сразу перехватываю и сбиваю. Хотел бы обратить внимание на работу ноги в этой ситуации теперь. Отсюда. Я ногой своей не бью не по спине, а захватываю его бедром.